Вот он, вестник лесных катастроф, в которых, как свидетельствует статистика, 90% повинен человек. Этот пожар тоже возник от брошенного кем-то костра в районе города Лесосибирска, крупного лесоперерабатывающего центра Красноярского края. Первыми вступили в борьбу с огнем парашютисты Енисейской базы авиационной охраны лесов, куда накануне прибыла для опробования новая техника. Когда оказалось, что парашютистам не справиться с огнем, был выброшен еще один десант, на этот раз из вертолета. Быстрота спуска и точность приземления позволяют сразу же вступить в схватку с огнем. Вот новинка. В этот резервуар с водой подается порошкообразный бишофит, химическое вещество, подавляющее процесс горения. Из сырья, которое нам дает лес, изготовляется около 20 тысяч видов различной продукции. Лес – это 12 тысяч растений, из которых получают 30% всех медикаментов. А чем измерить радость общения с природой, которую нам дарят рощи и дубравы? Вот поэтому ежегодно в летнее время несут дозор над лесами нашей страны около 600 самолетов и вертолетов. Вот сейчас, особенно по многим регионам нашей Российской Федерации, стоит сухая ветреная погода, очень опасная в пожарном отношении. Поэтому мы хотим еще раз напомнить всем, кто работает в лесу или посещает наши леса, обратиться ко всем телезрителям, чтобы они были очень осторожны с огнем в лесу, строго соблюдали бы правила пожарной безопасности. Тогда мы сможем сохранить нашу красу земли, наш российский лес.